журналист информационного агентства «Взгляд Инфо». Скажите несколько слов. У вас есть водительские права, Марина Евгеньевна? И чего вас вызывали в следственный отдел Волжского района? Кто все-таки сидел за рулем автомобиля? Почему ваш сын и ваш муж признались в этом? Вы были там на месте? Марина Евгеньевна, скажите несколько слов. Много неясностей. Или это вы все-таки были за рулем? Марина Евгеньевна, вы собираетесь продолжить карьеру судьи? Вы связывались с родственниками пострадавшего? Может быть, ваша семья хочет принести ему извинения?